давай. О, мясо. Тикан, дружище! Рад видеть тебя. Что-нибудь чувствует? Дэймон? Из прошлой жизни. Печаль, радость, все такое. Не знаю. Ты вернулся. Рада видеть. Джези, как идет торговля ушами? Слушай, Дик, ты только знаешь... Давай поосторожнее. Пока что все. Сент-Джон, у меня к тебе дело. Коуп, ты же хочешь, чтобы Мэнни починил твой байк? Есть только один способ. Ходить для вас на вылазки. Ладно, я понял. Мне надо, чтобы ты разделался с лагерем мародеров возле тех погорелых хижин вдоль шоссе Каскейд. Знаешь, где это? Да, знаю. Спрашивай, если что. Рад видеть, Дик. Ну, как жизнь, Дэймон? Передохну чуток. Ну ладно, идем. Видишь, сколько у нас оленины? Спасибо тому намаду. Дик, как дела? Эй, Дэймон, как жизнь? Секунду, я сейчас.
Коуп, я отправляюсь в лагерь Намана за трассе. Что-то еще о них знаешь? Почти ничего. Во время одной из вылазок они подобрались к нам слишком близко. Я отправил человека разобраться. Он не вернулся. Ты кого-то отправил на поиски? Ага. Парня по имени Дикон Сен-Джо. Конец связи. Посмотрим поближе. Ну, куда? Вот ты где. Само собой. Хватит! Слышь, заткнись, я тебя освобожу. Что? Что? Ты не... Я от Коупленда. Вставай. О, Господи, спасибо, спасибо. Давай уже. Увязали за нами во время вылазки. Я не знал, что делать. Помолчи, бежать можешь? Что? Да, да. Так беги. Ну? Спасибо. Я скажу Коупленду, ты меня спас.
есть. Открывайте! Стойте, я его знаю. Открывайте. Диком Сент-Джо. Эй, Дэймон, как торговля оружием? Эй, Дик, как твои дела? Лагерная жизнь, да, Мэнни? Вижу. Наконец-то. Да заткнитесь уже. No.
Дикон Сент-Джон, это Копленд. Прием. Дик, слышишь? Привет, Коуп. Дай угадаю, у тебя для меня дело? Лады, я загляну, как получится. Отбой. Нерро, что вы мне оставили, когда драпанули отсюда? Окей. Лом всегда нужен. Thank you.
Я видел, что ты сделал для лагеря. Кучу народу спать. Дикон Сент-Джон. Эй, Дэймон, как жизнь? Сент-Джон, у меня для тебя работа. Слушаю. Тебе нужен Нед Уокер. Красный бандан. Он и его банда вчера вечером пришли к воротам. Мы его не впустили. Он убил одного из охранников и сбежал. За ними проследили? Он засел в лагере мародеров к северу от горы Оли. Я думаю, ты знаешь, где это. Нет, но я его найду. Что нового? Дик, как дела? Слушай, Дэймон. Да так. О, Дик, рад видеть. Слушай, Коп, кого он убил? Что за парень? Молодой совсем. Все звали его Сурко. Настоящего имени не знаю. Сурок. А лет сколько? Я же сказал, молодой. 19, 20. Удивительно, что он и столько-то протянул. Славный был парень. А что? Да не важно. Когда проводишь много времени в лагере, узнаешь людей, становится важно. Ладно, отбой. Что встреча? Да нифига.
Давай! Коуп, дело сделано. А Нэдди Уокере ты больше не услышишь. Принеси мне его бандану. Хочу сам убедиться. Отбой. Да, да, конечно. Yeah.
Старый дуб. Да, отличная была идея. Рыть братские могилы и свозить сюда все эти трупы. Я попаду на крышу. Тебя!
Пускайте. Эй, Дик, как жизнь? А у тебя как дела? Порции как будто стали еще меньше. Молодец. Я уже нескольких человек потерял, отправив их за этой сволочью. В другой раз сразу скажи мне. Ты сам вызываешься? Думал, я не доживу до этого. Мой байк. Сходи к Мэнни. Если у тебя хватит кредитов, он все починит. Джейзи, как поживаешь? Пока. Тебе как? Бак залить? Буду ждать. Эй. Привет. Дик, как дела? Эй, Дэймон, как торговля оружием? Кредитов маловато. Что ты ищешь? Только посмотреть. Заходи почаще. Ты вернулся. Рада видеть. Джейзи, как идет торговля ушами? Слышь, Дик. А, хотя ладно. Просто ты поаккуратней там. Договорились? Пока что это все. Дикон Сент-Джо. Эй, Дэймон, как жизнь? Ну-ка.